Дискуссия была хорошей и продуктивной. Так в администрации американского президента прокомментировали переговоры в Париже. Накануне там встретились Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и лидеры ряда других стран. В Белом доме особо отметили, что одной из важнейших тем этих переговоров стал договор о ракетах средней и меньшей дальности. Обсудили и ситуацию в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане, Северной Корее, а также торговые вопросы.